Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатарувасча кипасинду бивача Патитананг паванебхо вайшнавибхьо намо намаха Мукам кароти вачаланг пангунланг хайтагирам Ятке патамаханг банде парамананда мадва Бриндавай тусидеббай пиявай кешва сача Шна бхакти паде деви сатва ваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарунчайва нараттамам Девинг сарасватинг вясам тато жайо мадире Шанкиртане кришна катху падеше Гаурия патрашча прокасанеча Садануракта гуру бхакти жукта Бхакти Прамодакша Джагодбарану Дейям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Тетхас Падам Сива Виринчинтам Сараньям Витаттихам Панутапалла Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Хачандамани Чатая Бисфуриджитакамапикапавадушвадарши Пурнанурагарасасагарасарамурти Сарадхикамай кадакибанкарус Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджануламмита бхужау канука бодато Санкиртанай капитаро камалайатакшо Вишамбару диджабару югадхарма пало Банде жагат приякару карунам ватару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Муктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаванурупена саданаранам Ганга таранга раманиа джата калапам Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно прияманангу мада парам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджасва бадане Лакшми джасва ча бхакшаси Джасьясте хиде самбир Там нишинга махам бхаже Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Амиддапурне Кримикита Санкуле
Сабхава Дурган Дивинин Нитантари, Калевари Мутре Пуриша Бхавите, Раманти Мурха, Бираманти Пандитаха. Амеддапурне Кримикита Санкуле, Сабхава Дурган Дивинин Нитантари, Калевари Мутре Пуриша Бхавите, Раманти Мурха, Бираманти Пандитаха. Гория Гоштипати. Годия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал, зачем вы пытаетесь контролировать других? Это не ваши обязанности. Это я должен делать это, не вы. Я занимаю положение гуру. А вы зачем стремитесь контролировать других? Занимайтесь своими делами. Прабхупад Парамахамса Джагадгуру говорил, что когда кто-то пытался контролировать другого, он объяснял, что это оковы, большие оковы. Другие оковы. Мы не можем никого контролировать. Только языком любви. Языком любви только можно контролировать. Лишим. Но никак не подчинить себе другого силой. Я не могу оказывать давление на окружающих, на вас. По своей воле человек может прийти ко мне или уйти от меня, служить мне или бросить меня. Потому что джива обладает правом пасть в любой момент. Она обладает свободой выбора. Прабхупад говорил, что несмотря на то, что вы слушали много харикатхи, совершали так много киртана, как возможно было оставить меня? Как возможно было уйти от меня? Возможно, я не квалифицирован, поэтому они решили оставить меня и принять другого гуру. Апаратха крайне страшна, вайшнава апаратха. Шанкар Бхагаван не может совершить апаратху, тем не менее говорится, что даже если он совершит ее, он не получит прощения. Апаратха может принести огромные проблемы. By the application of sense organ, all hand, leg, everything, we are trying to search that absolute. Мы стараемся отыскать абсолютную истину при помощи своих материальных органов чувств. Но это невозможно. Невозможно при помощи, полагаясь на ум, материальный ум, при помощи материальных органов чувств, невозможно отыскать Бхагавана. Хоть мы и пытаемся это делать, это невозможно. Люди сами по себе не могут преодолеть майю. Бхагаван Шри Кришна сказал, никто не может пересечь океан майи. Лишь тот, кто предастся мне на 100%.
Несмотря на то, что мы знаем, что все, что окружает нас, подобно миражу, влияние майи. Как мы уже обсуждали, что когда по пустыне идет человек, ему он уже умирает без воды. И впереди ему чудится источник воды, водоем. Но как он бежит все быстрее и быстрее к нему. Но чем больше он бежит, тем дальше эта вода. Так животное умирает в пустыне. То есть если бы животное, вот это животное на одном месте находилось, возможно, оно бы и не умерло. Но дело в том, что ей мерещится источник воды, и поэтому она бежит на него. Но понять, что это иллюзия, оно не может. Так Бхактивинода Тхакура пишет в киртане. Я хотел семью, хотел детей, жену, хотел наслаждаться, но теперь вся моя, то есть это ничем не увенчалось, не увенчалось успехом. И я сам видел множество подобных случаев. Один мой близкий друг из Гаудия Матха. Мы встретились много лет назад, и он стал рассказывать, говорить, что у него на душе. В тот момент я еще не был Махарадж, то есть я еще не был саньяси. Он сказал, рассказал мне, моя жена ненавидит меня. Она бьет меня тапком. Почему удивился я? Потому что я совершаю хари баджан. Даже моя дочь, они ненавидят меня. Просто потому, что я совершаю хари баджан. А я позволяю им делать все, что они хотят. Я даю им деньги, в которых они нуждаются. Тем не менее, они хотят наслаждаться вместе со мной. Они хотят, чтобы я тоже наслаждался, как они. Но я не хочу этого делать, потому что я пытаюсь совершать баджан. Поэтому они говорят, обзывают меня, оскорбляют меня и даже бьют. Но наступил момент, когда у моей жены обнаружили рак, который уже невозможно было вылечить. Ее положили в больницу. Я был в отъезде, потом я вернулся и пришел к ней в больницу. Следил за всем, чтобы у нее было все необходимое, лекарства, пища. И перед самой смертью она, сложа руки, сказала, «То, что делал ты, это было правильно, а я заблуждалась. То, что делала я, правильным не было». К сожалению, это было слишком поздно. Таким образом, наслаждение естественно для материального мира. Потому что мы не можем никак осуждать тех, кто, то есть, смотреть свысока. Потому что это естественно для дживы стремиться к наслаждениям. Но наслаждение подобно миражу, иллюзии. Так же, как колесница, которая над водой, на небе, пушпарат,
особая колесница, которая умеет летать, она описана в Рамаяне. То есть колесница, украшенная цветами, это колесница, на которой передвигался Рамачандра. После убийства Раваны он, за ним прилетела такая колесница вместе с Лакшманом, Хануманом и Ситой. Они летели на ней. Так вот, когда такая колесница находится над водой, ее отражение в воде, разве возможно взобраться на нее, если мы будем, то есть возможно взобраться на нее через воду? Мы стремимся в воде на ее отражение взобраться. То есть все в этом мире стремятся наслаждаться, возможно, не прямым, а косвенным образом. Но так или иначе это происходит. Поэтому Прабхупад предупреждает, не наслаждайтесь, не стремитесь наслаждаться. Если вы будете это делать, вы никогда не освободитесь от них, от наслаждений, от страданий. Именно поэтому Гаурикишардас Бабаджи Махарадж никогда никому не позволял служить себе, он не принимал служения от других. Он все делал сам. Даже когда кто-то приходил и хотел послужить, Бабаджи Махарадж не позволял. Он воспринимал этого человека как майю, которая пришла к нему в форме служения. Как-то раз одна девушка пришла к Гаурикишардас Бабаджи Махараджу, в то время он уже не видел, с материальной точки зрения, в действительности он видел все. И девушка сказала: «Бабаджи Махарадж, рядом с вами змея». Баба ничего не видел, стал руками нащупывать ее. Где она? Где змея? Я хочу, чтобы змея укусила меня. Потому что я и так не могу совершать харибаджан. Я не могу совершать харибаджан. Что мне делать с этим бесполезным телом? Так лучше пусть меня укусит змея и умру. Такое умонастроение присуще лишь парамахамса преданным. Потому что им действительно больно, они страдают от того, что считают, что... То есть, а нам не больно. Мы не думаем, придет Бхагаван или нет, увидим ли мы его или нет, примет ли что-то, что мы предлагаем Бхагаван или нет. Прабхупад говорит, если вы поститесь и что-то предлагаете Бхагавану, то есть вы должны предлагать Бхагавану, несмотря на то, что вы поститесь. Готовьте для Бхагавана, предлагайте. Так было с моим Гуру Махараджем, он готовил, предлагал, и уже должен был начать обед, начать принимать просад, и кто-то приходил, преданные приходили, и он начинал кормить их. И преданные говорили: «О, Махарадж, вы же не готовились к моему приходу, наверное, у вас нет для меня». А все, Пури Махарадж говорил: «Нет, я уже утром поел, вот это для тебя». И он все отдавал, а сам постился. И это не единственный случай, такое было часто, когда к нему приходили, а он отдавал свое, отдавал последнее, а сам постился. В Калне, в храме, жила собака. То есть не в храме, а снаружи храма. Гуру Падпадма каждый день отдавал остатки своей пищи этой собаке. Но когда Гуру Махарадж отъехал на несколько дней, когда Шрила Пури Махарадж вернулся, он спросил: «Севака, ты накормил собаку?» Он беспокоился о ней. Севак сказал: «Нет, я не накормил, она постилась». То есть почему Шрила Пури Махарадж заботился об этой, то есть выражал заботу даже об этой собаке? Потому что он видел
смотрел на все живые существа как на дживы, как на души, как в случае с Шиванандой. Когда он отправился в Нилачалакшетру, чтобы встретиться с Махапрабху, за ним увязалась собака. Как я уже говорил, обусловленная душа не должна заводить собак. Домашние животные нельзя заводить собаку в доме, потому что она сквернит все, весь дом будет осквернен. Но в случае Шивананда Сены он не видел в собаке собаку. То есть он видел, что перед ним душа. Это в прошлом саду, который совершил какую-то апарадху, а теперь он в теле собаки. Поэтому он каждый день кормил собаку. В конце концов, было очевидно, стало очевидным, что это не была обычная собака. Однажды Шивананда Сена отправился собирать пожертвования для того, чтобы устроить прасад для Нитьянанды и всех преданных. Когда он вернулся, он принял прасад и спросил у... То есть, когда он вернулся, он спросил у преданных: «Вы накормили собаку?» Преданные сказали: «Нет, он постится». Никто его не накормил. И стали искать собаку, нигде не нашли. И когда уже дошли до Пурушоттама-кшетры, а это было где-то на пути, существует правило, что когда преданные приходили в Пурушоттама-кшетру, они первым делом шли к Махапрабху, и уже только потом к Джаганатху, на даршан Джаганатху. Они предлагали поклоны чакре на вершине храма, а затем они шли к Махапрабху, и только потом шли к Джаганатху. Они шли в предвкушении, как они встретятся, как произойдет встреча. Очень сладостное предвкушение. То есть волнение. Я сейчас говорю о волнениях не мирских, не материальных. Вот эти вот материальные переживания загонят вас в ад. Но то, что переживают преданные духовно, когда вы тревожитесь, когда волнуетесь, когда Бхагаван примет меня, когда он примет мое служение, это позитивные чувства. К примеру, как Друва Махарадж, многие задаются вопросом, как возможно было для Друва Махараджа обрести даршан Бхагавана, ведь у него присутствовал анибилаш, то есть корыстное желание. Он хотел совершать баджан для того, чтобы сидеть на коленях отца. Но комментаторы пишут, что у него было огромное желание встретиться с Бхагаваном. И это его желание притянуло Бхагавана. Это главный фактор в бхакти. То есть это указывает на то, что у него было бхакти. Да, прежде, возможно, у него было корыстное желание, а не билаш. Но в процессе своей духовной практики по милости Гуру, Нараджа Махараджа, его благословил сам Нараджа Махарадж. И по его благословению, по милости Каруни Крипи, постепенно анартхи ушли из его сердца, корыстные желания ушли. So by that time, he was supposed to meet with Bhagavan. There was no anartha. It was all gone.
И так он встретился с Бхагаваном, уже освобожденный от любых от всех анарт, которые были в его сердце. Главное, что это стремление встречи с Бхагаваном. И это как раз вот это и притянуло Бхагаван. Это было главным решающим фактором. Когда преданные шли из Навадвипы в Пуршоттама-кшетру, они были в огромном, сильном предвкушении встречи. Когда обнаружили, что собаки нет, а потом, то есть когда они пришли в Жанатапури, они увидели, что собака уже с Махапрабху. И Махапрабху дал ей кокосовую сладость со словами Хари Кришна. И собака тоже повторила Хари Кришна. Какой урок мы можем вынести из этого? Что даже собака, которая дорога моему преданному, как в истории с Сатьярадж Ханом. Из Бардвана. Махапрабху сказал им, что говорить о вас, даже собака с вашей деревни дорога мне. Зачем вы совершаете баджан? Вот и, то есть это причина, по которой мы совершаем баджан. Что говорить о вас, даже ваша собака дорога мне? И Махапрабху не лжет, он сам доказывает эти слова. Потому что Шивананда заботился о собаке, потому что он кормил ее. Поэтому, то есть Шивананда Сена хотел, чтобы собака получила освобождение. И поэтому ответственность легла на Махапрабху. Уже Махапрабху думал, как ее освободить. Таков Гауранга Баджан. Сердце. Наше сердце должно плавиться, должно раскалываться от такой милости, но этого не происходит, потому что мое сердце подобно камню. Гауранга Махапрабху готов в любой момент постоянно освободить любую дживу, какую угодно дживу, неважно, из России или из Австралии она. Он ждет, когда но мы не готовы к тому, чтобы он сделал это, потому что мы не готовы следовать Гуру Пада Падме на 100%. Поэтому Махапрабху и дает наставление, не вовлекайтесь в материальные наслаждения. Потому что тело состоит из мочи, испражнений и крови. И ничего кроме этого в нем нет. А мы так сконцентрированы на нем, так сосредоточены. Вчера я говорил о третьем глазе. У нас его нет, он закрыт. Несмотря на то, что он присутствует, он закрыт, не видит. Поэтому у нас столько проблем.
тело, состоящее из испражнений, так воняет. Когда человек умирает, уже через 10-12 часов он начинает ужасно вонять. Так вонять, что необходимо предпринимать какие-то меры по утилизации тела. Но почему же мы так любим друг друга? Почему мать любит своего ребенка? Девушка, ну то есть ее ребенок любит ее. Любовь между мужчиной и женщиной. Почему это происходит? Из-за присутствия атмы. В противном случае это было бы невозможно. Вечером я расскажу об этом, одну историю об этом. В шлоке из Упанишад говорится, объясняется, почему люди любят друг друга. Один человек любит другого, потому что присутствует атма, душа. Но мы в действительности любим тела. Но тело — это материя. Любовь возможна лишь благодаря присутствию души. И когда душа уходит из тела, та же мать относит тело своего ребенка в крематории. Ведь еще вчера она обнимала и целовала своего ребенка. Но после его смерти, после того, как Дживатма оставила тело, она это уже не делает. Все, что не происходит в этом мире, происходит лишь благодаря душе. Все, что вы видите в этом материальном мире, строительство домов, зарабатывание денег, все это благодаря присутствию атмы. Таким образом, шастры говорят, что наше тело — это мешок с испражнениями, мочой и кровью. Поэтому Махапрабху и учит нас, что мы должны любить атму, мы должны любить душу, а не тело. Подлинные пандиты никогда не наслаждаются телом, потому что это удел глупцов. Настоящие мудрецы никогда не опускаются до материальных наслаждений. Они осознают, что это всего-навсего материя, бесполезная материя. Теперь встает вопрос, кто же такой пандит? Тот, кто знает санскрит? Ответ в словах Кришны, Удаве. Тот, кто осознает, что действие, определенные действия приводят к... Тот, кто осознает, какое действие приводит к освобождению, а какое к заключению в материальном мире. Мудрец. Все наши материальные наслаждения погружают нас в еще большую обусловленность, еще в большее, накладывают еще большие оковы. Это все равно, что хроническая болезнь. Тем не менее, мы не оставляем эти материальные наслаждения. Мы хронически больны. Поэтому мы должны денно и ночно плакать по Кришне, чтобы Он помог нам. Итак, вчера мы
остановились на том, как Удава Махарадж задал вопрос, как Аватхут Махарадж начал отвечать на вопрос Яду Махараджа. Аватхут рассказал, что у него есть 24 гуру. Шикшагуру может быть сколько угодно. Все они были его шикшагуру. Он рассказал, что он получил уроки от каждого из них. Вчера мы говорили о том, чему мы можем научиться от Матери Земли, от той самой Матери Земли, на которой строятся огромные дома и вся цивилизация. Our Prithivi Ma, there is so many torture people doing, so many torture, countless. Somebody, scientists, they are making nuclear test on the ground, they are throwing missile, you know, and throwing atom bomb, so many things. Много всего, столько разрушения земли делают люди. Посмотрите, сейчас идет война между Россией и Украиной. Столько разрушения земли. А в процессе всего этого тысячи людей умирают. И нашей Матери Земле очень больно. Притхви Ума страдает. Тем не менее, она ничего не делает в ответ. Вы, конечно, можете возразить мне, что это ерунда, что как это возможно, чтобы Земле было больно. Но да, я могу привести вам доказательства этому. То, что мы называем Притхви Ма, Матерью Землей. Если мы можем поехать с вами в Камакхию, и там я покажу вам, как мать Камакхия испытывает боль. Никто не догадывается об этом, но я сам видел. Что ей больно. Она ей настолько больно, что идет кровь. Во время менструации, которая длится 5-7 дней, никто не может подходить или прикасаться к... То есть сказано, что мы должны причинять боль земле. У Притхи Ма есть сварупа, есть образ определенный.
В Шримад-Бхагаватам есть доказательства этого. Однажды полубоги во главе с Брамой прибыли к океану Кхира и начали возносить молитвы. «Пожалуйста, помоги нам разрешить сложившиеся проблемы, возникшие проблемы». Иначе они стали молиться земле. А Притхима приняла образ Гоматы и плакала. И я написал об этом в книге о Гомате. Итак, земля в образе коровы плакала. Мы тоже также можем возносить молитву. Может быть, Бхагаван... То есть демоны совершают столько грехов, так грешат, и поэтому Притхима плачет. То есть в Бхагаватам сказано, что это было. Также этому есть доказательства в Чайтанья Чаритамрите. После того, как Харидас Такур был погружен в самадхи, то есть в самом начале он омыл тело Харидас Такура на океане. Он сказал океану: «О, океан, сегодня ты очистился благодаря тому, что мы омыли тело Харидас Такура в твоих водах. Ты настолько удачлив, что омыл тело моего Харидаса. С этого дня ты стал лучшим среди мест паломничеств. Все тиртхи теперь присутствуют в тебе». Харидас Такур был трансцендентным бриллиантом этой земли. Харидас ушел, и поэтому теперь Притхима плачет. Когда такие саду один за другим покидают эту землю, вы не представляете, как горько от этого Притхима, как горько она плачет. А мы совершаем так много вещей, которые причиняют боль Матери Земле. Но она не жалуется, не запрещает нам, не наказывает нас, не сдает сдачу. Она просто терпит. Терпит абсолютно все. И саньяси Авадхут излагает совершенную сиддханту. Бхутайракрамманьопи дхиро дайвавасану
Так, как будто бы она дала клятву не жаловаться. То есть земля не сдает сдачи, не жалуется. Так, как будто бы она дала клятву на это. Мы знаем, что вместе с Махапрабху пришли две его шакти, Лакшми Прия и Вишну Прия. Другая шакти, то есть Бу шакти — это Вишну Прия, а Шри шакти. Лакшми Прия Деви. Также пришла Лила Шакти. Третьи Шакти, третьи энергии Махапрабху пришли вместе с ним для того, чтобы оказывать ему особое служение. У Бхагавана бесчисленное количество энергии Шакти, но три пришли вместе с ним, чтобы питать Гауранга Лилу. Без Вишнуприя лила Гауранги Махапрабху не состоялась бы, она бы не была полноценной. Вишнуприя... Люди мучают землю, но она не жалуется. Этому я... Чему же я научился у земли? Прощению. Прощению. Как прощать? При любых обстоятельствах чистый преданный всегда готов простить. Такова его природа. Харидаса Такура избили на 22 базарных площадях. Тем не менее, он извинялся. То есть он, имеется в виду, тем не менее, он просил прощения за них. Он просил: «Прабху, пожалуйста, прости их, они не понимают, что творят». Даже если вайшнава будут убивать, он до последней своей секунды будет молиться о благе, об условленных душ своих убийц. Then actually from hill, big hill, no? big hill like Himalayan hill, these are so many things. And trees and keepers, from them what we are learning. Чему мы можем научиться у гор? Шашад парартхо сарвейхо парартхайканта самбабаха шадху шикшет бхубритто наго шишхо параатматам. What we are learning? Well, a sadhu bhakti, those who want to become sadhu, those real sadhu bhakti, continuously a pure sadhu try to... Настоящий саду, чистый, преданный, постоянно пытается освободить обусловленные дживы, неся им благо. Он ищет возможности, как послужить другим, как послужить дживе. Так саду постоянно занят
этим. Кто-то спросил Прабхупаду, кто такой саду? В одном слове, как объяснить это? Прабхупад ответил, тот, кто готов, тот, кто всегда готов служить Гуру, Вайшнавам, Бхагавану, и видит всех дживатм, всех людей, джив, в связи с Бхагаваном. Вайшнавы не могут терпеть страдания других. Поэтому они стараются помочь, служить. У них нет никакой корысти, тем не менее, по своей природе, их природа такова, что они хотят помогать. Поэтому Прабхупад день и ночь совершал служение. Он писал, говорил, делал все для того, чтобы хоть кто-нибудь услышал то, что он говорит, то, что пишет, и получил освобождение. Различные журналы печатались, выпускались на многих языках мира, на многих языках Индии и английском. Итак, чистые преданные всегда стараются служить Гуру Вайшнавам, нам, Дхаму. И он видит все и всех в отношении с Бхагаваном. Если мы совершаем какое-то якобы служение, а оно обрубает нашу связь с Бхагаваном, оно становится материальным, как в случае с Ранти Деви. Он, казалось бы, служил материалистом, но в уме он думал, что служит душам. Он видел душу в каждом и служил именно душам. Поэтому такое служение не оскверняло его. Видение Ранти Деви Дева было очень Ранти Девджи было особенным. Он был постоянно сконцентрирован на лотосных стопах Параматмы. То есть он видел, что он не служит ни животным, ни людям. Он смотрел тех, кто приходил, видел тех, кто приходили к нему, как души. Но различные миссии, которые открывают больницы, занимаются благотворительной деятельностью, их деятельность материальна, их служение материально, потому что у них нет такой концепции, они не видят души. Да, они получат какие-то результаты, но если служение материально, и результаты будут материальными, а служение, если духовно, то и результаты будут духовными. Если я совершаю апракрита севу, трансцендентное служение, конечно же, Бхагаван не даст мне ничего материального взамен. Он даст трансцендентные плоды. Я часто повторяю эту шлоку. В ней говорится, что природа преданного в отсутствии эгоизма, в нем нет эгоизма.
можно подумать, почему они ездят здесь и там, почему они ходят, они что, сумасшедшие? Нет, они просто хотят помогать, помогать обусловленным дживам. Как Прохлада молится Господу, пожалуйста, помоги этим демонам. Никто, кроме тебя, не сможет помочь им. Пожалуйста, освободи их. Чему мы можем научиться у гор? Порой они дают чистую воду в образе водопадов, в виде водопадов. В 10-й песне Шримад Бхагаватам описано кандамул, особое растение. Сам я, говорит Бхагаван, вкушаю их. Один саду с Гималаев корни кандамула, вот этого растения, принес, ел. Очень вкусные, сладкие и очень полезные, но дорогие. Однажды я поехал в Силигури, 3 раза за всю жизнь я ездил в Силигури, 5-7 лет назад. Там преданные с Гималаев приносили вот эти вот корни. Они очень дорогие и мне приносили. Очень сладкие. Я удивился, первый раз попробовал их тогда. Они сказали, вот они очень полезные, будете здоровым. То есть такие целебные растения растут на горах, в горах. Также пещеры, также горы предоставляют пещеры. Все это описано в Бхагаватам. Как Кришна и Баларам веселились в горах на Гирираш Махараджа, как они играли там. Поэтому Гирираджа Махараджа зовут Харидаса Варья, потому что он лучший среди слуг Бхагавана. Он исполняет бесчисленное количество севы, служения. Кришна пасет коров возле Гавардхана, кто-то даже забирается на него. Там же происходят встречи Радхи и Кришны, когда Радхарани обучает его игре на музыкальном инструменте и так далее. Посмотрите на Гималайи. Мы бы без них не выжили, не прожили. То есть Гималайи исполняют столько служения, абсолютно бескорыстного. Но кто думает о них, кто заботится о них? То есть нужно терпению научиться у Гималаев. Нам нужно такое терпение, как у Гималаев. Но у вайшнав на самом деле даже больше, чем у Гималаев, смирение, терпение. Смирение, терпение. Также саду готов постоянно служить окружающим. Его жизнь предназначена для служения дживам. Деревья дают плоды, цветы, и также ничего не ждут в ответ, взамен. Когда вы срываете с дерева фрукты, оно не требует денег за это. Река дает нам воды. River
She is not going to drink any water. Oh, the water flowing. She is why Nadi. She is going to give water, but not drinking any. Сама она не пьет, а отдает воду. That's why you should remember that trees are not going to take anything in return. Также облака ничего не ждут, не ждут от фермеров. Я вам сейчас, вот я тебе даю дождь, даю воду и орошаю все почву, на которой ты выращиваешь овощи. Ничего не ждет в ответ. Те качества, которые есть у саду, он не использует для себя, он использует для окружающих. Именно поэтому жизнь саду посвящена всем. Парартхо и канта самбава саду шикшет бхувритто наго шишша параатматам. How to serve others? Как служить другим? How to live selflessness? Как жить без эгоизма? Как оставить эгоизм? Мы можем научиться этому у гор, у деревьев. Бхагаван Шри Кришна играет на земле, на траве. Однажды он сказал своим друзьям Шридаму, Суббалу, Васудаму, мы должны кое-чему научиться у деревьев. Деревья делают все для нас и ничего не требуют взамен. И Махапрабху точно такой же пример приводит в шлоке Тринада Писаничина. Как удивительно служат деревья, восхищается Кришна. Они ничего не требуют взамен. И Махапрабху именно поэтому приводит в пример деревья. Они дают все, фрукты, да даже отдают свою плоть, то есть дерево. Дерево может поститься долгое время, когда никто его не поливает, засыхает, но не попросит воды, не пожалуется. Writing,
Дерево может стоять под палящим солнцем, засыхать, даже когда, ну ничего не говорить, но когда, и когда человек приходит срубать его, он также не возражает. И кто бы что ни попросил у дерева, все оно отдает ему. Оно отдает все. Our Avadhut Sannyasi going to speak that we must. I am learning all this thing. Really so. Так вот ход саньяси заключается. Всему этому я научился. They can learn everything by watching. And those who are idiot, foolish number one, like ass, hearing so many things. То есть такой Авадхута вот черпает уроки, черпает мудрость отовсюду. И только глупцы, подобные ослам, когда их даже учат, не извлекают никакого знания. Thank you.